Всем огромный привет! Хочу показать вторую часть своих украшений. В первой части я показала браслеты и колечки. Сразу снова хочу предупредить, что никакой дорогой бижутерии у меня нету. Все совсем простое. Где-то ручная работа, где-то производство Китай. Поэтому, если вы хотите что-то увидеть дорогое и хорошее, то вряд ли. Ну, а если что-то простое и симпатичное, то, может быть, вам что-то и понравится. Это видео по запросу, поэтому прошу оставаться тем, кому это интересно. Не так давно такую замечательную шкатулку ручной работы мне прислала Юленька, Юлия Славняк. Она делает сама вот такие красивые работы. Я уже применить решила и в нее положила все свои украшения, которые вот являются, ну, как колье, да. Ну, давайте начну. Совсем такая, знаете, вот под индийскую тематику, как бы под старину, вот такое украшение. Я его не ношу, но я его так люблю. Хотя иногда под водолазку желание есть одеть. Оно прям вот, знаете, ну видно, да, сделано такое. Это ручная работа. И так, как под Индию. Можно носить его. Оно оригинально смотрится. Вот такое. Я поближе пододвину к себе, а вам буду показывать. Как-то с юга просто для памяти мне сестра привезла вот такое украшение. Это бисер. И сзади за застежкой идет вот как бы шарик и петелька. Вот такая красота. Я под черную блузку одеваю голая грудь, где и как раз ровно по шее идет вот это вот украшение. Симпатичное. Тоже ручная работа, мне ее как-то дарили. Сейчас покажу поближе. Вот эти сами кружочки, это полимерная глина и разные такие висюльки. Такое украшение чисто летнее, оно подходит под любой браслет Пандора. Вот сейчас Вейвен, да, а-ля Пандора. С такими же вот висячими бусинками разными мы получаем, собираем на баллы какие, ну там, а по акции, да, и вот можно носить вместе. Следующее украшение я в первой части показывала ручную работу, браслет и серьги, и сейчас покажу уже, вот я говорила, колье, оно идет по шее, вот такие вот лилии, очень красивые лилии, это ручная работа, мне делала мастер и присылала, смотрится очень красиво. Кто любит такие вот украшения, то смотрится действительно очень-очень красиво. Так, наверное, я крышку сюда. А, такие вещи на вид, да. Следующее украшение. Я показывала браслет вот с такой розой. Это тоже этот же самый мастер. И вот на цепочке такая же роза зеленая. Вот с такими подвесками. Единственное, она у меня крутится. И бывает, что она то в сторону смотрит, то перевернется как-то вот. Но все равно она смотрится очень красиво. В Казахстане девочка живет. Ну, женщина. Вот она присылала мне такую красоту. Следующие бусы тоже ручная работа. Я все у меня в мешочках из органзы, я все вынимаю сразу же. К этим бусам есть серьги. Вот они такие длинные, такое плетение, кто занимается бисером, те поймут, что это за плетение. Узелок можно развязать, сделать повыше, пониже. И вот такие вот внизу хвостики, как бы, да. Я сделала одну подлиннее, другую покороче. Вот. У меня голубая водолазка, черная водолазка, но я люблю вот именно. Я очень люблю вообще водолазки носить, и под водолазки такие украшения смотрятся очень-очень красиво. Не знаю, сейчас попробую тут рядышком у меня найти сережки. Так, вот они. Вот, видите, они какие. И получается такой комплект. Это я была когда-то на ярмарке. Я со своими игрушками стояла, а рядом еще одна мастер, девочка, а у нее было очень много бижутерии, вот ручная работа.
И мы с ней просто поменялись. Она выбрала у меня то, что понравилось ей, а я выбрала у нее, что понравилось мне. И обе остались довольны. Следующее украшение, такой небольшой кулончик. Что-то он у меня тут запутался. Сейчас попробую я быстренько распутать. Вот. Люблю черные украшения. Вот такая простая подвеска, а смотрится красиво. Вот. На солнышке видно, она такая вся светится. Стразы сразу заиграли, заблестели. Следующий очень люблю. Также, видите, у меня все в органзе. Следующий комплект очень люблю. Это любителям сов понравится. Так, сейчас. Это вот такая большая сова. Она сделана под бронзу. Так, поближе. Вот она, видите, гнется. Действительно большая, она сантиметров 8. Вот такая сова. И к ней в ушке вот такие совята. Покупала давно на AliExpress. Снова повторюсь, что ссылки никакие не дам, потому что все украшения куплены очень давно. При желании, если все это есть, можно найти на сайте. Прям вот совсем дешевые они были, недорогие и по мне так очень красивые. Еще одно украшение. Так, сейчас я здесь тоже поближе. Серьги. Вот такая цепочка. И я сама вешала такие бусины разноцветные на ней. Вот красный это коралл. Он настоящий. Остальные все простые бусинки. Знаете, хотелось черно-белое что-то такое. Серебра добавила в форме ягодок. Вот такая простая вещь. И к ним я делала серьги. Сейчас покажу. Серьги удлиненные. Я очень люблю удлиненные. Вот так. Солнышко уже уходит от меня. Так, давайте сюда же. Следующее украшение. Сейчас попробую его соединить. Так, вот оно как смотрится. Вот такой интересный цветок и двойная, даже можно сказать, тройная цепочка. Вот видите? В железный, в желтый такая черная лента проходит. И там еще отдельно висит, так как бы с жемчужинками. Вот такое украшение. К нему есть серьги. Сейчас я их найду. Вот они. Вот такие. Если вот на солнышке так. Если поближе. Вот так смотрится. Они были сложнее. Это были гвоздики. Но я переделала. Потому что вот сам вот это вот. Ну, вот сам кулон-то вот этот. Он достаточно тяжелый. И гвоздики оттягивали ушки. А я сделала обыкновенные простые швензы. У меня ушки переносят хорошо. И нормально. Стали они лучше держаться на ушах. Вот, вторая. Следующее украшение. Я показывала в первой части браслет. Черные розы. Сказала, что у меня есть по шее украшение. К нему. Вот оно. Оно прямо совсем прям строго по шее идет. И смотрится очень нарядно и красиво. Видите, тут тоже розочки есть по бокам. Вот. Тоже было совсем недорогое в Китае. Вот в Avon такие подобные украшения очень дорогие, а вот в Китае было не очень. А качество очень хорошее. Ну, для бижутерии очень солидно и красиво. Года три уже вот цепочки, она не темнеет, ничего и не делает. Сношу регулярно, причем по голой шейке. Так, куда мне еще тут положить, чтобы вам было видно. Следующее украшение очень понравилось своей простотой. Буквально тоже было копеечное. Вот такое. Ну, опять же, под мои любимые водолазки. Это все железное.
Вот, такие простые совсем цветочки. Ласточки летают. И опять же на теле красиво. Очень красиво. Далее. Вот такие бусы. Как-то было в Москве в гостях. Не знаю, чем они меня привлекли. Вот посмотрите на солнце, как играет. Он прямо по стене, да, смотрите. Ой, как красиво. Прямо у меня тут радуга. Не буду я вам солнечные зайчики долго пускать. Я могу долго смотреть. Вот такие они красивые. Вот это муранское стекло, камни. Видите, там внутри как бы розочки такие. Люблю. Вот простое, я люблю. К ним были сережки. Тоже прям вот копейки это все дело стоило. Недорого. Вот. Муранское стекло у меня еще вот такой вот кулон. Когда фикс прайс только-только открылся, и все было по 36, я помню, что-то подобное продавалось. Но этот кулон мне в каком-то конкурсе, вот на каком-то сайте пришел в подарок. Тогда это было еще не из фикс прайса, подороже. Но потом вот первое, что я помню в фикс прайсе, это вот такие кулоны. Дальше мой любимый кулон. Раньше для меня я очень любила такую не спортивную одежду, а ну, в общем, водолазка и джинсы. Вот моя любимая одежда такая была. И я очень любила вот такие массивные, чтобы вот под бронзу украшения. Я и сейчас люблю, когда я опять же в таком спортивном простом стиле, то вот такие кулоны я с огромным удовольствием одеваю. Эй, солнце, не уходи, подожди. Тоже проказывала браслет и вот такая цепочка колье. Есть еще серьги, я опять же уже говорила в первой части. Сейчас я их найду. Вот, тут я их уже нашла под рукой, они у меня. И вот такие серьги. Когда это и браслет, и на шейку, и в ушках синие, очень красиво смотрится. Как-то я ролик показывала с парфюмами недели, и один день я была вот именно в этом украшении. Так. Ну ладно, потом второй достану. Мне присылала в подарок Елизавета. Она присылала мне косметику от Тианде и прислала вот такое украшение. Тоже на солнце видно, как оно играет. Красиво. Можно тоже распустить, сделать выше узелок, ниже. Это украшение тоже от Тианде. Я не просто так сказала, что она присылала от Тианде. Вот такое украшение тоже было в этой компании. Красивое. Опять же, под мои любимые черные водолазки. Далее. Вот опять же, вот это вот моя любовь. Что-то под бронзу. Простой кулон на бронзовой темной такой цепочке. Сейчас еще одно покажу. Так, и вот такая птичка. Вот эту птичку я, кстати, покупала тоже в фикс прайс. Вот мимо не смогла пройти. Так она мне понравилась, посмотрите. По-моему, симпатично. Далее. Ну, понятно, кому-то это детский сад. Для взрослой тетеньки какие-то тут птички, бусинки дешевые. Но я показываю тому, кому это интересно. Я просто сама это все дело люблю. Сейчас в последнее время не часто ношу, но вот такие у меня есть еще и серьги с дельфинами. И когда я увидела на Алиэкспресс кулон с дельфином, ну, я не могла тоже пройти мимо, говорю, пусть будет. Серьги помелче размером, раза в два, наверное. А, такой дельфин кулон. Сейчас я попробую. Нет, наверное, серьги у меня тут не под рукой. Где-то в другом месте. Но они еще попадутся. Потому что я же показываю все-все, что у меня есть. Тоже вот в мешочке, видите, опять из органзы открываю. Один из последних кулонов. Я его заказала
на сайте CN Direct. Он у меня есть в обзоре. Вот такая лиса красивая. Очень красивая. Давайте поближе покажу. Тоже у нее тут стразы. Все эти стразы блестят и играют. Вот такая лиса. В первой части еще показывала два браслета и серьги. Вот к ним вот такой кулон. Вот цепочка, да, цепочка. Вот она, сейчас покажу. Вот, видите? Вот так разъезжается. И вот начиная с этого камушка идет такая большая подвеска. Ну, простая, конечно. Простая, но красивая. Следующий тоже совсем недавно. На обзор мне присылали с сайта Ben Style. Бусы из цитрина. Вот такие красивые. Холодные. Камень натуральный. Люблю я все, что натуральные камни. Так, что у меня тут еще осталось? А, вот эта вот цепочка тоже. Простая и красивая. Так, где у нее тут? Вот. Вот с такой бабочкой. И разноцветные цветочки. Тоже просто и нарядно. Просто и красиво. Так, что еще осталось? Вот еще один тоже подобный. Ну, я в первой части говорила, что было время, я продавала много украшений, у меня просто остались. Поэтому они у меня. И поэтому так много. То есть я все не скупала для себя, просто остались, я их не продала. Вот такое вот простое, а симпатичное. Ну, на любителя, понятно. Кто-то такое не оденет даже. Еще одно украшение мне его присылала Катюшка Путякова. Катюш, привет тебе огромный. В первой части я показывала браслет от Кати, а во второй показываю вот такое украшение на шею. Такое деревце тут она сама сплела. Вот. Опять же, под мои любимые черные водолазки. Вот это вот золото. Тут, если видно, бисер, веточки. Золото на черном очень красиво смотрится. Так, наверное, ну вот эту я показывать не буду, она такая совсем простая. Еще несколько вещей покажу, вязаные. Девочка одна с моего города, она вяжет украшения. И вот я ей заказывала, сейчас я попробую показать. Так. Вот такое украшение. С одной стороны черные бусины она обвязывает, с другой белые. Середина черно-белый цветочек. И вот, ну, видно, да? Не очень получается это все правильно взять. Вот такие бусы. Также она мне... Ну, правда, я их одевала один или два раза. Вот такие бусы вязаные. Вы знаете, бывают бусы, вот одеваешь, а в них чувствуешь себя неловко. Вот у меня вот эти бусы. Я, конечно, понимаю, сейчас молодежь засмеется, что я себя чувствую тетенькой в ней. Взрослые девочки меня поймут, что это такое. Ну, знаете, вот прям вот тетя, как будто я тетя одела такие огромные бусы, как раньше такие тети полные ходили с бусами большими. Вот у меня такое почему-то ассоциация. Ну, а вот эти я люблю. Опять же, вот мои любимые большие водолазки. Вот, видите, тут большой камень, центр. И вот такие разноцветные бусинки. Поближе. Все обвязанные, такие интересные. Вот. Такой позитивный, яркий. Так, что еще? Ну, я не знаю, еще одно покажу. Вот. У меня еще вот есть выкинуть просто очень много мелкой ерунды. Вот. Я их показывать не буду. Еще вот такие вот пошии из бусинок цветные. И наверное, все. Вот я в первой части показывала с розой браслет. Он у меня опять тут же попался. Так, давайте я вам совсем по-быстрому еще покажу вот этот стаканчик, который у меня прямо тут рядышком стоит.
Я не буду ничего снимать, просто покажу. Это я делала сама, что-то на продажу делала, что-то лично себе. Вот так просто покружу. Видите, я люблю очень висячие серьги. Чтобы висело что-то. Такие очень хороши под вот те кулоны, которые, как я говорила, под бронзу. Такие синие красивые. Вот эти очень люблю. Бисюльки черненькие. Такие простые. Вот эти люблю. Это на Алиэкспресс я заказывала. Единственное, у них были вот эти вот очень длинные висюльки, а я их сделала короткими. Вот. Вот этот цветочек, он отходит. Видите? Вот. Вот такие с птичками. Вот такие шарики. Массивные такие, большие. Ну и все. Вот. Так быстренько показала, чтобы уже мне к ним еще раз не возвращаться. Я сейчас уже смогу все это убрать. Так, еще покажу вот такие серьги. Кое-что я из ручной работы сейчас тоже сразу покажу. Так, это вот мастер из моего города, которая делала вязаные бусы. Вот такие вот шарики. Я их заказывала к бусам, ну вы уже поняли, к каким, к последним, да, вот которые разноцветные. Вот такие. Так, еще серьги с сайта Ben Style. Камушки натуральные. Вот тут одна у меня немножко в бок куда-то смотрит. Надо что-то придумать. Вот такие. И еще тоже ручную работу покажу. Из полимерной глины. Но это уже другая девочка делала. Не та, которая вот те бусы. Вот такие яркие желтые цветы. Это совсем летний позитив. Вот их только летом я ношу. Очень люблю летом. Так, и... Так, солнышко, солнышко, не уходи. Последние покажу. Прям солнце заходит, сразу так темно-темно становится. И последние покажу, обожаю. Это вот такая сирень. Их вы на мне иногда видите. Нет, их лучше по одной, наверное, показывать. Вместе они теряются. Ой, ну ладно, спецэффект, а то что же я. Ролик показал, ни одного спецэффекта не показал. Вот так вот. Красиво. Обожаю их. Вот, прям очень их люблю. Смотрится красиво. Вот, все. Остальное в следующий раз. У меня еще много. Еще на одну, наверное, часть. Серьги покажу еще. И комплектики. Некоторые вот от Avon есть несколько комплектов. Ну и все. На этом пока прощаюсь. Девчонки, единственное, хочу попросить. Если я делаю ошибки в словах, если я что-то говорю не так... Не надо каждый раз ругаться, поправлять. Ну, давайте будем мирными, дружными. И просто радоваться от того, что вот... Ну, сижу я тут, свои богатства перебираю, радуюсь. Ну и порадуйтесь со мной. Все, всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч, всем пока.